С чего начинаются новости и как их сделать? Эти вопросы не случайно заинтересовали шестиклассников многопрофильного лицея. Ребята хотят выпускать свою собственную новостную программу «Лицей ТВ». Поэтому изучение начали с АЗОВ, фабрика новостей. И есть такая программа, в которой каждый день работают наши корреспонденты. Вот сейчас я ввела свой пароль, открывается фабрика новостей. У меня сейчас в данный момент информация на 20 секунд. Читаем. Как называется моя информация? Перекрывая продолжение. Ясно. То есть в 20 секунд мы должны уложиться как с интервью, так и с текстом. Кто будет у нас слушать? Кто смелый? Кто будет слушать? Я. Можно? Вот девочка сейчас. Общими усилиями отсчитали хронометраж, написали текст, редактирование и на печать. А потом запись звука. Дети пробовали себя и в роли ведущего новостей. Слушаешь, когда Антон говорит тебе «поехали». Давай. С радостью представляем вам новый проект. Лицей ТВ. Лицейское телевидение. С радостью представляем вам новый проект. Поработали в прямом эфире. Поехали. Добрый вечер. Здравствуйте. От желающих рассказать телезрителям о погоде не было отбоя, но о деле не забыли. Записали звук и со своим же текстом отправились в монтажную. Здрасте, дети. Сейчас мы разберем какой-нибудь из вас сюжетик, который я сам и снимал. Кропотливой работой монтажа заинтересовались больше мальчишки. Девчонок же очень привлекает работа в кадре. Получится ли у ребят своя информационная программа, покажет время. А пока дети набрались новых телевизионных впечатлений. Татьяна Балунева, Наталья Васильева, Виталий Немов. Новости из Димитровграда.